Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо наш ефір. І дійсно, як я анонсував сьогодні, темою розмови із нашими гостями це все ж таки будуть винаходи українців, оскільки Україна, як виявляється, багата на винаходи. І в нас в гостях є людина, з якою хочеться вже поспілкуватися, хочеться її представити. Це Олександр Сенкевич, голова громадської організації «Голос громади» та директор товариства «Blink Reaction International». Вітаю вас, дякую, що сьогодні зранку зайшли до нашої студії. Першим гостям найважче, прокидатися треба найраніше. Отож, дійсно, Україна багато на винаходи, цьому присвятили сьогоднішній ефір. Як взагалі ви вважаєте, чи є потенціал в Україні і, зокрема, у Миколаєва розвиватися в технологічному питанні, скажімо так, розвивання нових і створення нових технологій? Тим паче, що у вас був досвід в період з 2002 по 2005 рік працювання в комп'ютерній академії «Шах». Я думаю, що творчу молодь ви побачили, прощупали, скажімо так, тому деякі висновки легше буде зробити, ніж іншим. Да, я уверен, что у Украины есть огромный потенциал. Действительно, много очень талантливых украинцев сделали какие-то важные изобретения. И если говорить обо мне, то я с такими изобретениями сталкивался в жизни. В частности, когда учился в КПИ, то на одной из пар по распознаванию образов, когда я общался с девочками на задней парте, то преподаватель меня спросил, почему вы не слушаете меня и почему вам что, неинтересно? Ну, и я, будучи так молодым, сказал ему, ну, неинтересно, потому что я не знаю, как этим потом зарабатывать деньги. Я не очень понимаю, зачем это пригодится в жизни. Он говорил, этим можно зарабатывать деньги, и когда-нибудь вы это увидите. Ну, я об этом так прекратил, конечно, общение, продолжил слушать пару. Недавно, ну, года три назад, наверное, я уже просто сидел, скажем, после работы пришел, кушал и параллельно смотрел телевизор. Каково же было мое удивление, когда я чуть не подавился, я увидел этого преподавателя на одном из каналов, которым рассказывал о том, что они сделали свою разработку по распознаванию лиц, которая на основании нескольких фотографий запоминает ваше лицо и ищет все фотографии там в социальной сети, в интернете. То есть и за это изобретение Google заплатил команде его разработчиков 40 миллионов долларов. То есть это реальная история, это не сказка. И тогда я чуть ложку не проглотил. Потому что это надо было слушать пары, да? Да, надо было слушать пары. То есть потенциал огромный, огромный потенциал. Единственная проблема, что ни государство, ни на глобальном уровне, ни на местном уровне никак не поддерживает вот инициативы или поддерживает, но слабо, вот таких вот талантливую молодежь, талантливых людей, людей науки, которые могли бы вот что-то такое изобрести, что могло бы помочь и в экономическом плане, и в культурном, и в инновационном. Вчора ви брали участь у контраргументі, скажімо так, плавно із вечірнього ефіру в наш ранковий, так? Да. Телеканал Миколаїв вас забирає на всі ефіри. Говорили на тему, яка дотична до сьогоднішньої нашої теми розмови, це соціальні мережі. Ваше ставлення, вже тезисно, скажімо так, на основі, можливо, вчора почутого і зроблених за ніч, знаєте, переварюєш, вже якісь висновки робиш. Все ж таки, тезисно ваші висновки і ваші думки щодо соціальних мереж. Це двигун і це можливість просування свого бізнесу, просування себе, скажімо так, і це те, що залишиться ще на багато років, чи все ж таки буде якась інша форма популяризації особистостей, і чи взагалі потрібні ці соціальні мережі? Ну, несомненно, соціальні сети необхідні, несомненно, соціальні сети – це інструмент общения, інструмент заробітку, як вчора було сказано, тому що, використовуючи соціальні сети, можна людей, які знаходяться там, можна ділити там по возрасту, полу, там, какому-то социальному признаку и предлагать им определенные виды товаров, там, продвигать свои товары, продвигать услуги, продвигать ну, людей для людей, то есть в том числе и для политической рекламы, в том числе и для любого рода рекламы продуктов. Поэтому за социальными сетями будущее – это ну, 100%. Только как они будут развиваться, во что они превратятся, никто об этом не знает. То есть посмотрите, ведь такой прогресс социальных сетей, сколько лет он действует? То есть он действует, наверное, ну, лет 5 максимум, да? И, кстати, это единственный вид, вот если, например, телевидению и радио необходимо было практически столетие того, чтобы завоевать. Ну, вообще дело в том, что время очень сильно сжимается. То есть если мы говорим об изобретении письма от первой книги, потом от книгопечати, потом телевидения, ну и так далее, то есть все сужается. Да. То есть мы не знаем, что будет через год. Поэтому говорить какие-то прогнозы о том, как будут развиваться сети, сложно. Можно сказать,
считают, что такой феномен, он просто перерос из обыкновенного общения и каких-то там групп общения, каких-то клубов по интересам, он просто перешел в интернет, и людям теперь не нужно приходить в эти клубы, а они могут собираться и общаться в социальных сетях. Но все равно это не заменит живого общения. Ведь при живом общении там можно обняться, там, друг друга там, похлопать по плечу, как-то пообщаться. И, конечно, социальные сети могут стать тем инструментом для того, чтобы как раз собраться вживую. То есть в каком-то заведении, где-то на улице. И мы вчера говорили о таком интересном явлении, как флешмоб. Да, то есть это когда люди собираются для того, чтобы что-то сделать вместе, и о его полезности, в том числе и вычистить снег на улицах, в том числе и проконтролировать дороги, как это делается. Ну, то есть социальные сети – это все-таки какой-то очень положительный феномен. Да, я думаю, что все-таки самое главное – это умение пользоваться, потому что одно дело – это кричать просто, что оно мешает и оно убивает, там оно, не знаю, затупляет. Второе дело – это пользоваться и использовать для своего развития, потому что это, по сути, доступ к информации во всем мире. Конечно. Всем, что нам дается, нужно пользоваться разумно и с умом. Почему? Потому что, вы знаете, еда нам нужна для того, чтобы жить, но если переедать, то можно умереть. В любом случае, конечно, и с социальными сетями тоже нужно быть очень аккуратным, чтобы не стать, там, как говорится, зомби. Ну да, любая вакцина яд, да, главное знать, в каких пропорциях принимать. И, конечно же, хотелось бы спросить все-таки о социальных сетях, о информации мы говорим. А сейчас проблема действительно и в городе, и в Украине, и, да, я думаю, в мире. Украина просто сейчас с этим сталкивается только сейчас. Скажем так, николаевцы, украинцы, они уже информацию, которая, например, борды, сетилайты, лайтбоксы и различные виды, не учитывая уже даже стихийную поклейку объявлений там и подобные, информационного продукта, скажем так, уже не воспринимается. Сейчас социальные сети определенное время и интернет было тем, что можно отфильтровать. Но, к сожалению, уже приходит эра того, что просто спам везде и всюду. Вы не считаете, что вот со временем этот спам, который распространяется и в социальных сетях, и станет тем же, что социальные сети, как и рекламу на улице, уже будут не воспринимать. То есть, висит. Думаю, что появятся тогда новые социальные сети без рекламы, которые будут посещать люди. Уверен, что спрос порождает предложение. Я думаю, что для зрителей непонятно слово спам. То есть рассылка. Я думаю, что мы просто часто уже, наши зрители уже подрастают. А вы знаете, откуда это слово появилось вообще, спам? Нет, интересно было узнать. Дело в том, что в Америке когда-то изобрели консервы, такая консерва мясная, она называлась спам. Ее реклама была настолько назойливая, то есть они ее пихали везде, где только можно, и на телевизоре, и в жизни, и в почтовые ящики были забиты. Вот рекламу никогда не вытаскиваешь, и тебе еще подкладывают. Иногда можно было там пачки целой этой рекламы, этих мясных консерв, и она так и называлась спам. И просто каждый раз, когда это явление, когда тебе засоряют информационное пространство каким-то там, какой-то информацией ненужной, потому что ты уже определился, хочешь ты или не хочешь эту консерву. Назвали именем этой консервы. Достаточно интересная информация. На самом деле, уверен, что когда будет слишком много информации, есть уже, знаете, разнообразие телевизионных каналов. Там, где очень много рекламы, ты можешь переключиться и посмотреть канал без рекламы. В момент, пока идет реклама, если тебе надоело, переключился, посмотрел. То же самое будет с соцсетями. Если сети будут прямо вот в наглую и слишком много пихать этой рекламы, я уверен, что создадутся новые, потому что, опять же повторяю, спрос порождает предложение. И, конечно же, я думаю, такой разумный вопрос, и вопрос, который логичен. Вообще, почему решили связать свою жизнь, все-таки определенный отрезок времени, это с IT-технологиями, с новшествами? Вот, что порождало внутри вот такой спрос у вас к информации такой? Мне нравилось, честно говоря, я начал еще в школе, я учился, когда учился в 38-й школе, то там были компьютеры, и там мы изучали Турбо Паскаль, и на нем программировали. И было интересно что-то вот создать такое, вот что результат твоей какой-то работы, будучи учеником, ты не мог построить дом, не мог посадить дерево, когда что-то создавал... Какую-то автоматическую модель, чего-то там решение. Да, чего-то проблемы. Там какая-то программа, которая там вплоть до того, что колесико катится куда-то там просто поэтому. Не то, чтобы это было полезно или нужно кому-то, просто было приятно осознавать, что есть какие-то плоды твоего труда, которые ты можешь посмотреть в реальной жизни. Потом это уже превратилось в то, что дизайн увеличилось, и, конечно же, это превратилось
в профессию. Потому что еще даже будучи студентом первого курса, для меня интернет, компьютер был все-таки своего рода развлекательный процесс с интернетом, там, с общением. А потом уже начал понимать, что интернет – это инструмент заработка денег, компьютер – это не игрушка, а реальный мощный инструмент для создания своей карьеры. И я уже выбрал себе направление компьютерной графики и начал заниматься конкретно этим. Вообще, вот я недавно вот услышал в одном из ваших интервью, что, как и вся молодежь, я, скажем так, когда был там студентом, играл в игры. Какие самые популярные игры, потому что сейчас это мир танчиков и всего такого, а какие были тогда популярные игры? Я не оригинален, но на самом деле я начал играть когда-то еще очень давно в стрелялки всякие, в Doom. Да, когда нужна была первая такая бродилка. Потом я играл в цивилизацию, да, то есть цивилизация – это тоже такая очень интересная игра, которая нужно там строить города и управлять ресурсами, там армией и прочее. Стратегические игры. Да, стратегические. Потом, когда уже в университете, то уже мы перешли, то есть те же самые игры, они просто перешли в новый уровень. То есть это Counter-Strike и это StarCraft. StarCraft тоже та же самая стратегия, но уже можно было играть с другими людьми, и было интересно соревноваться. То есть, там, вот уже появлялись зародки социальных сетей. Ну вот, да, в общем-то так, да. Плюс, когда находишься не в одном помещении, а еще в разных местах, это еще намного становится интереснее. То есть я не оригинален, я уверен, что молодежь и сейчас играет в эти игры. Ну да, интересно просто было узнать, мне лично, когда вот, знаете, фраза прозвучала, но хочется ее побольше узнать. Конечно, вот игры, говорим об этом всем, но ваше вот мнение, молодежь, это как бы, ну вот считаем, да, там до 35 лет, сейчас там увеличивают этот возраст, но все-таки вот если берем тинейджеров, берем детей младшего школьного возраста, считаете ли, что им необходимо давать доступ к интернету и, например, в социальных сетях создавать странички, потому что сейчас просто топ. И такой небольшой флешмоб, даже можно сказать, родители, рождается ребенок, создают ему страничку и начинают уже с первого там дня его жизни фотографировать, там фотки выкладывать, кто-то там комментирует. Это нужно или все-таки должен быть какой-то возрастной предел, от которого вот начинается социальная жизнь? Смотрите, уверен, что социальные сети, опять же, это социальное явление. Курение тоже социальное явление. Ну и мы знаем, что родители не учат детей курить, но они ходят там после школы, где-то за школой там курят сигарету, потому что это модно. Не потому что это полезно или это хорошо, потому что это модно там среди одноклассников там пойти закурить сигарету. Да, нет времени, скажем да. так. Да. То есть родители все равно не смогут удержать детей от социальных сетей, от интернета. Поэтому важно не удерживать, важно не запрещать, а важно объяснять, как пользоваться. Знаете, моя мама вот мне никогда не говорила: «Хочешь – кури». Ну, кури, чтобы я знала, что ты куришь. Меня не тянуло курить, на самом деле, из-за этого. Аналогично. Да. Родители говорили: лучше скажи, мы будем давать деньги на нормальные сигареты. Да, поэтому, если ты хочешь курить, кури. Но я не хотел этого делать. То же самое с соцсетями. Единственное, что должны сделать родители, это не пытаться оттянуть этот момент, а пытаться познакомить и объяснить, как ответственно пользоваться соцсетями, как не залезть куда-то, куда не нужно, как не зарегистрироваться и не оставить персональные данные. Что значит общение в соцсети? Ведь на самом деле мошенники очень часто выходят на детей, общаются с ними, а потом проникают в квартиру и так далее. То есть нужно объяснять родителям, что вот так и так и так, что там то, что несмотря на то, что нарисована девочка или мальчик на картинке и общается с тобой так ласково и как по-девичьи, там может сидеть большой дядька, которого основная идея залезть в квартиру и ограбить ее, когда нас не будет дома. То есть нужно объяснить, потому что мошенничество, оно процветает, и соцсети, опять же, это еще один такой пласт, которым мошенники пользуются и пользовались, и нужно ко всему подходить ответственно и объяснять родителям, что это такое, как с этим жить. А создание страничек, ну вот поверьте мне, у меня до того, как я первый раз принимал участие там, в выборах городского головы, у меня не было даже социальной странички в социальных сетях, ни в одной. То есть о чем это говорит? А я с интернетом с 99-го года. То есть не надо выпячивать свою жизнь на показ, я так считаю. Очень часто люди смотрят ну, как бы ваши странички и очень сильно расстраиваются. Расстраиваются не потому, что вам там хорошо, вы там полетели в Турцию, загораете, а потому что у них это не очень получается. И это их, поверьте, не радует видеть вас, сидя в своей холодной квартире, что вы там в Турции где-то загораете. Нужно быть ответственным и в этом смысле слова. Ну, скажем, и эти фотографии также могут видеть не обязательно друзья. Могут быть кто-то, кто воспользуется ими в плохом
каком-то, да, для плохого какого-то дела. Тем более, что знаем, да, очень часто так и случается. Журналисты быстро копируют всю информацию. Скажем так, еще такой вот последний вопрос, тоже тезисно хотелось бы услышать ответ. Мы говорим о том, что родители должны приучать своих детей. Как вы на собственном примере вот приучаете уже к социальным сетям? Ну, нет, ни в коем случае. У меня дочери 5 лет, сыну 2 года, поэтому они еще очень маленькие для того, чтобы... Ну, они уже пользуются планшетом. Угу. Они уже, дочь лазит там в YouTube и выбирает там какие-то мультики, смотрит и так далее. Но, опять же, есть и в том же YouTube есть фильтр. То есть можно указывать, что это детский фильтр. Там не будут показывать какие-то взрослые там фильмы там, или какие-то связанные с какими-то ужастиками или еще что-то. Я указал фильтр, и она может смотреть, она в основном смотрит мультики, выбирает, там сама листает. Это опять же интерактивность, которая разминает мозг. То есть мозг человека уже с детства понимает, что там вот можно сюда листать, это смотреть, это выбирать. Ну и, конечно же, плюс в интернете есть огромное количество развивающих игр, которые развивают там логику в первую очередь, ну, внимание и так далее, и память. Поэтому, конечно же, не нужно искать, можно найти во всем что-то негативное, но во всем надо искать позитивное, извлекать из этого максимум и брать это себе как для своего опыта. Ну да, тем более ничего особенного в интернете это не появилось нового. Игры были и раньше, но только они сейчас стали интернет-играми. А информация раньше была только печатная, сейчас она напечатана на экране. Да, ничего, просто интернет ускоряет доступ к информации. То есть, если раньше мне нужно было пойти купить какую-то развивающую игру, принести ее домой, распечатать и поиграть с дочерью, сейчас мне достаточно того, чтобы подключить интернет, найти эту игру и интерактивно с ней тоже поиграть. То есть как-то так. То есть, да. Ну что ж, спасибо большое вам, действительно, за спасибо то, что сегодня пришли в эфир. Думаю, что такое вот быстро так время пролетело, кстати. Достаточно интересный получился разговор. Я напомню, дорогие друзья, что на сегодня в гостях был Олександр Сінкевич, голова громадської організації «Голос громади» та директор товариства «Blink Reaction International».